Сегодня готовим закуски из лаваша или, как в моем случае, из тортильяс. Лавашей у нас нет, поэтому обходимся подручными средствами. Я взяла вот такие, сколько у меня здесь, 2 штуки осталось. И сейчас мы будем собирать начинку. Для начинки можно взять все, что у вас есть, подручными средствами. Я отварила яйца. Так, шкурочку убираем. Зеленый лук, болгарский перец, соленые огурчики. Можно взять свежие огурцы. У меня вот такой слоеный сыр с солями. Ветчина слоеная. Вот здесь у меня консервированный тунец, который я смешала с небольшим количеством натурального йогурта. Можете взять майонез или сметану, то, что вам нравится. Я возьму, добавлю чесночок. У меня вот такая паста, нужно закончить ее. Также для начинки можно взять авокадо, если у вас есть. Ну, в общем, друзья, все, что есть. У меня есть еще вот кусочек помидора. Половинка лука белого, есть свежий огурец. Сейчас будем ориентироваться по ходу событий. Для смазывания тортильяс или лаваша можно взять любой мягкий сыр. Я взяла вот такой. В нем уже есть чеснок и зелень. Если у вас есть обыкновенный, без всяких добавок сыр, берите такой. Если хотите, добавляйте в него чеснок и зелень. Если не хотите, берите самый обыкновенный, ну, в общем, простой сыр. Желательно сыр вынуть из холодильника, чтобы он был мягким и легче мазался. Если у вас сыр очень плотный, то можно добавить немножечко либо взбитых сливок, либо йогурта, либо майонеза. В общем, ориентируйтесь по тому, что есть. Следующим слоем я возьму шпинат, который я приготовила, охладила и выложила на бумажное полотенце для того, чтобы с него стекла лишняя жидкость. Теперь тонким слоем выкладываю шпинат. Можно его мелко порезать, если хотите, а можно и так разложить. Вот так. Теперь с яиц срежу, ну так, знаете, выпрямлю хвостики. Если у вас яйца очень крупные, то можете их порезать пополам. Ничего страшного не произойдет. Вот так. Положили. И начинаем сворачивать. Аккуратненько, аккуратненько сворачиваем. Можно положить несколько полосочек болгарского перца. Вот так. Теперь нужно завернуть лаваш плотно в пленочку и поставить в холодильник на полчасика. Хвостики заворачиваем плотненько-плотненько. Ставим в холодильник на полчаса. Второй лаваш тоже смазываю сыром. Выкладываю слой рыбы. Рыбу берите любую, какая вам нравится. Выкладываем болгарский перец. Я взяла разноцветный, порезала его тонкими пластиночками. Сверху присыпаем зеленым луком. Можно порезать огурчик тоже на 4 части, вот такими полосочками. Даже вот так можно выложить, чтобы он был лучше заметен. Все, аккуратненько сворачиваем в рулет. Плотно-плотно сворачиваем. Также заворачиваем в пленку плотненько. Холодильник на полчасика. Из следующего листа тортильи я вырезала кружочки вот таким кольцом для печенья, для теста. Вырезала кружочки диаметром 78 миллиметров. Но вы берите любой круг, который у вас есть. Теперь выкладываю на эти кружочки вот так вот салатные листья. Любые листья.
друг против друга. Вот так вот. Какие есть, такие и кладите. Выкладываю в центр. Разные, одинаковые. В общем, какие хотите. Теперь берем кусочек салями, сворачиваем трубочкой и выкладываем вот так в центр на кусок, на зелень. Небольшой такой трубочкой. Вот такие еще давайте возьму кусочки салями. Тоже желательно вынуть их из холодильника, конечно, это вот я уже поздно сообразила. Видите, они плохо сворачиваются. Ничего страшного, сейчас мы их прижмем. Сверху положим кусочек огурца. Все продукты выбирайте такие, знаете, по размеру, чтобы они не это самое, были не очень большие, чтобы все приблизительно было одинакового размера. Давайте курочку. О! Видите, да? Тут колбаса очень холодная, поэтому она так плохо держится. Можно взять кусочек курицы. У меня тут была ножка. Остатки ножки запеченные. Колечко лука можно взять. То есть полуколечко лука. Сюда еще огурчик. И помидорчик. Если вам попадутся вот такие декоративные прищепки, друзья, обязательно купите. Они продаются в магазинах для, знаете, для всяких, для художественных, где делают всякие подделки и все такое. Вот здесь вот, смотрите, вот это слишком большой получился у меня кусочек. Сейчас мы с вами его переделаем. Вот так. Теперь собираем вот так кружочек вместе и закрепляем такой маленькой прищепочкой. Такие крошечные, что трудно закрепить. Как прищепки, смотрите. Ломаются точно как прищепочки. Можно подойти еще купить к Новому году. Вот так, друзья, получается шикарная закуска. Как вам? Супер, да? Переворачиваю, потому что вот эта сторона что-то мне не очень нравится. Эту можно помазать сыром. Уже, знаете, на ваше усмотрение. Делайте любые начинки, которые вам нравятся. Здесь еще немножко рыбки осталось. Можно рыбу положить. Интересно, вам будет видно что-нибудь, а то я тут как-то это сама с собой разговариваю себе. И теперь делаем так. Немножко лука пополам сворачиваем. Еще пополам. И проткнем помидорчиком. И вот так соединим наш треугольничек. Поставить куда поставить? На доску. Уберу, чтобы вам было лучше видно.
лучок, помидорчик, болгарский перец, в общем, все, что хотите. Ну что, давайте развернем и порежем наш лавашек на кусочки. Наверное, нужно здесь взять хороший нож. Это лавашек у нас такой слоеный. Как вот красиво положить, чтобы она была красива. Ну, как-то вот так. Mm-hmm.